Всем привет, ребят! Ну что, настало время коллекционера, как обычно. Вы просите ролить вам на аккаунтах, стараясь большинству заролить. Заявочки от 40к кидайте, кому надо заролю. Сегодня у нас аккаунт моего подписчика Максима. У нас тут будут плюшки и все остальное. Так, поехали. Находится он в гильдии Спарта, 191 косилы, первое и второе места битвы гильдии атака фортов. Кидайте заявочки, вступайте, боссы по желанию игроков, бога обязательно атака фортов. Есть места, поэтому не все так плохо. Так, окей, поехали посмотрим на аккаунт. Аккаунт немножко донатный, 10к самого, это по сути на сегодня не донат. Так, строителя мы нанимать не будем. Поехали посмотрим, что у нас по недостающим героям. Роза Некроса нет. Так, Космо, Трифит, Командора, Ледяха, Оккультист, Землеройка, Свален. Вот так вот. Нехило так надо выбить. Все имба герои. Наверное, кроме Свалена. Такие более-менее востребованы. Поехали посмотрим. И у него тут есть плюхи. Донатит, грешит немножко. Давайте пооткрываем. Так, что мы имеем с 15 сундуков? Две каменки. Ну, это первые сундуки. Одна, вторая. Две вторые карты. Ну, у него эти все герои, в принципе, есть. Так, со вторых сундучков. Третья карта. Ну, тут плюхи поинтереснее будут. О, грубая сила. Ну, талантом, конечно, грубая сила такое себе, я вам уже показывал. Вот обзор на талант такое. Ну, для бездоната, в принципе, все хорошо. Так, что у нас дальше? Эмблемы. Ну, отсюда, конечно, было бы кайф открыть ремочку. Вот, грубая сила. Вот это отличная эмблема. Воодушевление. Вообще супер. И шестой ложный. Ну, такое себе. Чик, коробочки. Так, четвертые сундучки. Ну, четвертые такие себе. Вот самые топовые, это пятые и шестые. Это он с акции, которая у нас была. Бонусная. 10 коробочек дали. Отлично. И на 6 лет. Ну, вот зефирку скоро соберет. Наверное. Так, хорошо. 20 коробок у нас. Как раз есть на прокачку одного героя. Поехали посмотрим, что у него делается по героям на аккаунте. Какие прокачки? Фрея маскировка. Ну, есть баст. Тогда пойдет неплохо. Богич топовый будет. Анубис поддержка. Ну, такое себе. Железка, мне кажется, было бы получше. Так, тыковка вообще топовая. Махатма. Ну, неплохая. Финка хороша. Стрелок топчик. Еще одна Фрея с утеканием. Ну, не знаю, бессмысленно. Так, ну такое себе седно. Можно было бы и уже, в принципе, Асоев качать. Так, рогатка. Ну, по талантам довольно-таки, я вам скажу, неплохо. На Бугича, на Бигфута точнее, можно было бы со уже вкачать. Стойкость не очень вариант. Да, проклятых доспехов у него на аккаунте точно хватает. Ну, по талантам тут вопросов как бы нет. В основном все основные герои с талантами, и для игры этого должно вполне хватать. Хорошо. Тут дальше пошли уже допы. Окей, у нас сегодня вот такой вот коллекционер героев. Посмотрим, сможем ли мы словить какую-то недостающую сегодня имбу. Поехали. Посмотрим, как оно падает. Махатма падает, неплохо. Фрея, нифига себе. Вот это неплохо. Капитан Рогатка. Но они здесь все уже есть. Вот так вот, ребятушки, надо жарить рандомчик.
Просто изи мы вытащили таких имба-героев, это просто жесть. Фрея, Махатма, и сразу же Космо падает. Блин, ну, поехали дальше. Призрачный всадник. Еще один призрачный всадник. Дракос. Знаете, вот выбил одного Космо, и можно просто ПБшка. Заканчивать роллинг и идти себе свободно отдыхать. Валентина. Нифига себе. Это жестко реально. Это реально жестко. Космик. Так, ну у нас еще куча недостающих героев. Кстати, вот Свален что-то так плохо начал падать. Я не знаю, давно уже его не выбивал. Так, Студеный. Валентина, добрый вечер. Вот так вот батька жарит этот рандомчик. Просто офигенно. Ну, чё, поздравляю. Свален тоже есть. Осталось еще оккультиста достать. Поехали дальше. Укротитель-бульдозер. Ниндзя-стрелок. Это жесть, ребят. Это реально жесть. Дед Мороз. Еще один Свален. Да ну нафиг. Фрей Атлант. Это, наверное, самый топовый роллинг по имба-героям. Даже у меня так не нападало, как нападало здесь за 20к. Это просто аут, ребят. Хорошо падает. Админ-панелька в деле. Так, и что в итоге у нас получается? Мы уже выбили двух недостающих героев. В принципе, довольно-таки неплохо. Поехали дальше. Не буду я бегать. Что это творится? Что это такое? Это просто аут. Еще одна Махатма. Да ну нафиг. Это, ребят, это самый крутой роллинг, который был по легам. С того, что вы видели и что я видел. Два раза по три. Это жесть. Призрачный всадник. Напишите потом в комментах, сколько мы лег насчитали. И падало ли вам вот так вот. Командора, нифига себе. Офигеть. Это жестко. Это просто жестко. После таких роллингов, конечно, хочется ролить. Вот всем бы так падало. Это просто обалденно. Трифит, я не помню, трифит там есть? Это трифит тоже недостающий. Обалдеть. Я офигею. Дед Мороз. Оккультист нужен. Капитан Рогатка. Интересно. Слизни 100% если берем. Что-то мне кажется 12-15. Что-то мне кажется слизни мы даже не соберем. Да пофиг-то этих слизней, честно говоря. Срать я хотел на слизни. Череп. 5к. Ребятушки, 5к. Еще одна командора. Капитан Рогатка. Да ну нафиг. Это просто аут. Вот вы обязаны просто поставить лайк со всех аккаунтов. Руками, ногами. Ну это просто мега крутой роллинг, который, ну, просто нереальный. Я не знаю. Я давно так не ролил. Не получал столько удовольствия от роллинга. Давайте еще за 150 мне. За 150 не дали. Это просто жесть, ребят. Слизней собрали, миссию выполнили. Но каких мы обалденных героев получили. Еще не по одному. Это просто жесть. Я офигею. И это за 40к. Посмотрите, вот эти вот герои. Фреи там нам 2 выпало. Ну и сколько мы недостающих достали? Да, Максимка, ты теперь по жизни должен. Это жесть, ребят. Это реально полная жесть. Что, у нас места не хватает? А, у него места уже не хватает в алтаре. Обалдеть. Это просто обалдеть, ребят. Пятое ТУ упало.
Кто бы сомневался. Короче, ребята, это офигенный роллинг. Не знаю. Так, утекание. Ну, утекание некому ставить. В общем, он с талантами сам разберется. Давайте еще откроем карты, какие есть. Мы там достали вот этих две малышни Ктеса, ну такое себе. Ну тут понятно, что мы недостающих, это чисто повторочки, но опять же, каких мы героев вытащили сегодня. Ну те карты первые я трогать не буду, это просто жесть. В общем, вот так вот, ребятушки, кидайте заявки, пишите комменты. Это был, наверное, самый эпичный роллинг, быстрый роллинг, но зато такого вы нигде не увидите. Все, всем удачи, всем пока.